Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Николай, капитан Аранда Сити. Расскажи просто об игре, что получилось, что получилось. Блин, игра была тяжелая. Тяжело было. Но потом более-менее забрали игру в конце. Но все равно, чуть времени побольше, мы вырвали бы эту игру. Вот. Были замены, можно было меняться, усталость. Сопернику большое спасибо. А вот по поводу судейства есть большие вопросы. Был один момент, где человек просто шипами в колено влетает, судья ничего не свистит, даже карточку не дает. Если так давать играть, то зачем тогда играть? Мы приезжаем играть, а не ломаться, правильно? Мне вообще судейство очень не понравилось. Судья терял игру весь матч. Вот вначале вот эти вот свистки его были. Может быть, если бы он так бы не свистел, игра была совсем другая. А так, все, спасибо за игру. Все. Thank you.